КАМАЗ выезжал с разворота. Водитель легковушки, которая двигалась прямо, не ожидал, что миксер выскочит ему на перерез. Молодой человек начал тормозить, но столкновение было неизбежно. Миксер просто, ну, по правилам, он меня должен пропустить. Он меня не пропустил, поехал. Я торможение, поэтому по асфальту, все, мокрый асфальт. Не успел, он меня снес. Мужчина, управлявший КАМАЗом, утверждает, остальные водители остановились, чтобы его пропустить. Поэтому он смело начал выезжать с разворота. У нас же движение большое, на разворот выехал. Он летел, как летел, я не смог остановиться. Не успел, все тормознули. Молодой человек пожаловался на боль в грудной клетке, скорее всего, ударился об руль, подозревает водитель легковушки. Учитывая повреждения автомобиля, я еще легко отделался, добавил он. Эльвира Ермакова, Алексей Шатунов. Новости Татарстана. 25 лет в жизни города, в жизни каждого.